Ну что, дамы и господа, продолжаем. NA Gaming против команды Титан. Наша вторая серия на сегодня. Так, ну что. Во-первых, Титан. Команда уже достаточно известная. То есть это вторая стадия квалифайера здесь, как я и говорил, уже более-менее известная команда Титан. Собственно, одна из них. NA Gaming прошли через квалифайер достаточно уверенно. Они прорвались 2-0. Они там побеждали своих оппонентов. Посмотрим, как они сейчас себя покажут. Здесь уже идут баны пики, Бетрайдер, Никс Ассасин забанены, Виномастер Сларк, Элдер Тайтана. Ну, Элдер Титана берут команду Титана, в общем-то ничего странного здесь я не вижу. Какой-то не играет Меркл больше за команду Титана, вместо этого играет. Вместо него играет Ямато, уже MVP. MVP, если что, это его инициалы. Так, ну NE, посмотрим. Что они здесь покажут, игра идет на китайском сервере, то есть у Титан, возможно, будут проблемы какие-то со связью. Мы, видимо, здесь уже двое вывалились. И очень интересно, вернутся ли они вообще в принципе. То есть, возможно, у нас здесь будет многочасовые какие-то паузы, то есть ожидать можно всякого. Но появляется Клокерк, появляется Total Devour для NA Gaming. Начало неплохое. Показали они, конечно, оффлейнера, показали мид. Большинство лейнов своих раскрыли, остался только какой-то трилейн. Ну и Титан теперь имеет представление, с чем им придется работать. Очень даже интересно, что они нам покажут сейчас. Пока размышляют, 10 секунд у них есть. Как минимум драфтер не вылетел. Экс драфтит. Рейзер появляется сразу против Total Devour, но это уже более-менее известная тема, что высасывает он у него урон Static Link'ом, и там уже Астралом Призмент и все эти... Все это воровство интеллекта. А Total Devour не сильно помогает. То есть Разор спокойно лейнит. То есть теперь придется уже NA Gaming что-то придумывать. Как-то по лейнам расставлять. Чтобы не было каких-то проблем по фарму Total Devour. Чтобы там не гонял Разор. Сейчас узнаем, как это будет делать. Титан сразу же банит визажа. Ну, Титан тоже свой лейн уже показывает. Элдер Титан, как я понимаю, будет топ-лейном. Оффлейном. Разор будет стоять на меде против Total Devour, разве что будут они друг от друга бегать по лейнам. То есть обоим командам осталось по двое саппортов по какому-то кэрри, вот они как раз по саппортам и работают. Работают очень старательно, здесь забанили Рубика уже. Титан думает, посмотрим, будет ли банить Бэйна. Пять секунд, но резерва еще много, есть еще минута 20 резерва. Так, ну и давайте посмотрим сетку, кто же будет ждать дальше по сетке товарищи, которые победят эту серию. Напомню, это Elimination, то есть серию, кто проиграет, тот вылетает из турнира, кто выиграет эту серию, у нас отправляется, как выясняется, играть против команды Invictus Gaming, то есть там уже будет все очень серьезно. Посмотрим, кому же здесь выпадет такая честь. Нагу банит Титан, отвечает баном Enchantress, и Бэйн в итоге достается NA Gaming. Собственно, как я понимаю, круг Бэйна все эти баны и пытались продумать обе команды. Он достается в итоге Дайром, раз у них первый пик после банов. Ну, Титан смотрит. Саппортов на самом деле достаточно, то есть можно и Кристо Мейден взять, можно еще что-то сообразить сейчас. Кто-то нужен на кэрри, посмотрим, будут ли они пытаться перехватывать какого-то кэрри. Вариантов есть довольно много. Чен. Появляется Чен. Надежный саппорт. Миранов. Передача к Бэйну. Раз Бэйна взяли, то почему бы и не взять Мирана, действительно. Комбинация известная, но показывает уже все три лейна своих. Total Devour, Мирана с Бэйном. Клокерк. Еще одного саппорта взять, и дальше уже все очень очевидно для Титан. У них уже есть представление о том, что им нужно будет делать. Ну, посмотрим, что доберут. Здесь как-то контроля им не хватает. Совсем нет станов. Ну, если не считать Эхо Стомпа, который достаточно сложно провернуть удачно. Который легко снимается. Можно придумать какую-то комбинацию под Эхо Стомп. То есть какой-то надежный дизейбл, чтобы в него заряжал Элдер Титан. Своих истом, как это мы видели, Нага, Элдер Титан от команды чуть ли не... Дай бог памяти, Илла Дженис, по-моему, так нам показывали. Давно это уже было. Ну, довольно много комбинаций, в любом случае. Можно брать и Кунку, можно, в общем-то,
выдумать что угодно. Лайон, появляется Лео. Ну и последний бан на Gaming, нужно придумать, кто же будет кэрри. Банит Тинкера. Яма так отлично отыграл на Тинкера, насколько я помню. Но это было уже очень-очень давно, чуть ли не год с лишним назад. Все это было очень популярно. Ну и здесь последний бан. Саппорт какой-то остался команде NAGaming. Бейн это здорово, но нужен какой-то тимфайт саппорт. Побольше бы еще каких-то станов. Кто-то вроде Сент Кинга и так далее. Неплохо бы здесь зашел. Сейчас узнаем, что выберут. Должен отметить про алхимика как-то. Совсем забыли, вот как раз алхимика стоило бы забанить, пожалуй, команде Титан. Чтобы не было никаких дополнительных минус арморов, не было долгих станов неприятных. Возможно, еще и АУЕ станов. Если как следует зарядить и раскрутить. Банят все-таки Сент Кинга. Ну и действительно, алхимик достается NAGaming. Здесь задача была довольно простая. Не одно, так другое. Значит, там посчитали, что Сент Кинг, ну, действительно, в плане тимфайта, в плане своего ультимейта, он действительно сильнее. Очень неприятно было бы Чену через все это прохиливать. Урон был. Ну и пора показывать свой последний слот команде Титан. Чен Леон, понятно, что агрессивных трейлейнов здесь явно не будет. Но при этом Титан понимает, что явно к ним могут нагрянуть. Бейн, Миран, Алхимик могут, конечно, прийти и попробовать подраться там, если будет какой-то слабый, ненадежный кэрри. Попробовать всех переубивать и Клокерку дать пространство на сейфлейне. NAGaming вполне мог такое провернуть. Но это ненадежно. То есть в любой момент придет Чен со своим крипом и молча себя поправит. 10 секунд у Титан. Вивер. Вот так. Ну, как видим, по тимфайтам команда Титан как-то все совсем не, слава богу, но, видимо, просто надеются, что знают они, что делать. И это будет достаточно. Посмотрим. Из надежных дизейблов разве что Леон. Вот как раз в Леону будет основной фокус команды NAGaming, как я понимаю, в тимфайтах. То есть, либо убивать Чена еще до его прохилов, до его меки, до его Hand of God, либо фокусировать просто Леона, пока он не дал супоративный хекс, кому-то не зарядил AoE стан свой. Если аккуратно все будет NAGaming отыгрывать, шансов у них довольно много. Вивер довольно худой будет некоторое время, пока не нафармит себе несколько слотов. А сейчас мы узнаем. Разбираются героев постепенно. Вернулись, к счастью, игроки команды Титан, то есть никакой долгой паузы здесь в начале не будет, надеюсь. Мало ли что. Так, ну и поехали, смотрим. Сторона Радиант. Титан, NVP, он же Ямтек на Разоре. Нет, на Леоне. KYXY на Вивере. Экс на Чене и Ахая на Элдер Титане. Дали им вард, дали ему танк и ботинок. Уже есть и побежал. Триклерить, то есть рано или поздно нафармить себе все, что нужно. Но с этой стороны NAGaming выдвигаются. Выдвигаются в сторону ботлейна. А на Бене. XZ на Миране. Алекс будет играть на Клокерке. Здесь стоит уже... Ждет крипов Шики, который отправится алхимиком на мид. И ZCD от Волдивара. Он идет на топ, как я и говорил. Возможно, от Волдивара с мида куда-то перетянут сейчас NAGaming. Будут пытаться они по лейнам как-то обманывать. То есть сейчас задача команды Титана угадать. Так, Разора поставить. Так, здесь хитрый план. Обсервер в центре поставили. Вивер видит, Вивер крутится. Коварная западня команды NE. В деревьях спрятались, надежно спрятались, то есть даже если здесь ходить, их не увидишь. Так, вот идет саппорт. Выбегает ли он? Очень удачно бежит, пора. Дали Найтмер, Миран как-то уснул, у нее там задержка огромнейшая, они играют. С южноазиатских серверов, ну и Леона все-таки уничтожает. Стрелы залепили само собой в Найтмер. Ну отлично отыграно, не совсем понятно, чего там бродил Леон. Но в итоге напоролся на засаду.
принципе, для НЕ начало должно быть неплохим. Сейчас выходит разор на мид, там его встречает Алхимик. Алхимик будет спокойно фармить своим эссиспреем. Кстати, Клинк его особо пугать не должен. Весь Атолдиар будет прятать Клокерка. Мана ему будет воровать. Ну, Клокерка, Элдер Титана, господи. Элдер Титана, мана будет воровать, не будет давать спамить с Траспиритами и так далее. Все, в общем-то, по лейнам должно быть все не так и плохо. Элдер Титана здесь видно уже начинает свою агрессию. Но здесь приходит Клокерк и уже Вивера они убили. Такой странный тренинг, Клокерк, Бейн. И Мирана, это действительно работает. Кидается Найтмар, сразу же приходит Клокерк, ставит Коги. Вивер оттуда никуда не денется. То есть, если он по центре вардом под радиусом действия, то он гарантированно погибает. Туда и стрела, и туда и все на свете. Сдается. Само собой, за время действия Когов шкуча заканчивается. Но здесь Разор уже бежит, гонит Алхимиком, прогоняет его. 49 урона у него высосал. И сейчас спокойно будет с этим уроном фармить, с этим бафом. Бейн опять посиживает Вивера. Можно было попробовать его все-таки подцепить здесь. Крипы как раз идут под вышку. Но пока не торопится. Так, выходит Бейн. Вивер сразу нажимает шикучи. А если тем временем выходит Смоки. Там понимает, что нужно делать свои передвижения. Нужно убивать Толдивару. Здесь как раз наворачивает ему своим степлером Магая. Получает он спирит. Еще больнее, еще быстрее. Бегает, бьет. Астрал. Ну как-то здесь саппорты даже не потребовались. Леон, тем не менее, забирает этот килл. Ну а мы смотрим, как здесь дальше с Вивером будут обращаться. То есть здесь пока что бегали Мирана с Бейном, поняли, что на Вивера так с разгона они больше не нападут, поэтому перемещаются в сторону мида. Очень приятно смотреть такие активные и ранние перемещения. Леон с Ченом остаются. У них агрессивный джанглинг, а тем временем господа Дайра стоят, приглядываются они к Разору. Алхимик пока идет за регеном, Алхимик явно не будет. Ну, можно подождать, можно время некоторое потратить. Так, смог заканчивается. Дневное время суток, то есть Разор, если что увидит, и сразу же побежит. Вот нужно его прогнать, но маны нет на станции. Теперь нужно тратить. Реген стрела, вслепую полетела стрела. Разор чуть было не поцарапался лицом. Добыть стрелу, но уже ситуация разряжается. То есть потратили некоторое время здесь эти оба товарища. Но уже более-менее понятно, что это саппорт Мирана. То есть вся ставка здесь на Алхимика, на товарища от Алдивара, у которого там уже проблемы. У Алхимика тоже все не слава богу, то есть... Пока что по лейнам в итоге все получается не так здорово, как я рассчитывал. Поэтому над Мираном притягивает ее на топ. Убивает она здесь крипа сразу Ченом, прогоняет вражеских саппортов. Продолжает здесь гонять Леона. О. Как бы ее сейчас саму здесь не подловили, но есть лип, есть ботинок. То есть от саппорта убежит. Ну, Миран, так похоже, она и будет ходить кругами здесь по топу. Очень интересный лейнинг, прям занимательно очень смотреть. Активные перемещения по карте и так далее. Mind Games здесь по полной прям таки идут. А то Девар понял, что что-то здесь не ладно. Получается сразу же Хекс. Получается стан от Кентавра. Стрела полетела, стрела в Ахаю. Не такой уж и долгий должен быть стан. Прячется от Алдивар, ну и как раз забирает спирит Ахаю, и от Алдивар просто схлопается от Чена. И Ахаю, раз здесь есть у него баф на мусфит, пошел, он пытается убить Мирану, но преследовать ее далеко не собирается, не хочет. 2-2 становится счет, у нас 4-я минута. И 147 урона остается Клинкову Яматеха. Навир более-менее реабилитировался. Один раз его убили, но с тех пор... Он остался, можно сказать, один на один с Клокерком. Здесь посиживает, конечно, Бейн, но... Вивер ведет себя уже аккуратно. 6 крипов всего, ботинок он себе купил. Понял, что Бейн с Клокерком вдвоем даже его вполне могут убить. То есть, как только есть Найтмар, он оказывается в когах, и Шикучи там не сильно поможет. Чен наконец-то уходит из вражеского леса. Не стали они доламывать вышку. Тауэр наполовину сломан, но... Таким его и оставляет пока. И пока что здесь Леон получает просто опыт. Ахаю сходил на базу, купил себе. Видно, вещей на силу накупил, просто стал чуть более плотным. 1000 хп уже имеет Элдер Титан. Так, просит паузу.
Если как раз выходит Бэйн. Посмотрим, чем это все закончится. Вылетает Разор. Ну, давайте переключим на Night Wars. Здесь, как видно, у Клокерка все просто замечательно. Клокерк стоит на фрифарме. 28 крипов имеет. На втором месте Разор, который с бутылкой, вот он, с базы идет. Видно, что Титан покупает такие базовые начальные вещи просто на статы, что Элдер Титан, что Разор. Веточки, Брейсер и так далее. Чтобы ранние драки как можно более успешно проводить. Ну а Чену нужно как можно быстрее получать ультимейт. Нужно Hand of God скоро будет. Несмотря на все статы, нужно будет вести себя очень агрессивно, драться, не стесняться и так далее. Потому что иначе они рискуют просто упустить инициативу в мидгейме. От Old War. Два раза подряд они его убили. Это, конечно, замечательно. То есть никакой быстрой мехи не будет. Ну, не факт, кстати, что он будет делать меху. Скорее всего, меха будет делаться алхимиком. Ну и посмотрим, куда теперь отправятся саппорты. То есть, возможно, ли он сейчас отправится вместе с Ченом прогонять отсюда Клокерка. Было бы здорово помочь Виеру. Виера, действительно, ну, не так все гладко, как могло бы быть. Опыта он, конечно, получает, но пятых уровней, они оба с Клокерком. Клокерк даже опыта побольше. И по графикам здесь видно, что у Титана преимущество в 1500. Это как раз убийство все. Это джанглик Чена. Ну, не, немного преимущество по золоту, совсем чуть-чуть. Так, возвращается. Возвращается Разор. Ну и пора продолжать. Я надеюсь, что не будет очень долгих пауз. Как я уже говорил, это южноазиатская команда Титан. На китайских серверах им обычно очень сложно отыгрывать. Каждый раз какие-то либо вылеты, либо совсем исчезают игроки. То есть паузы здесь могут быть минут по 10-15, а то и дольше. Южноазиатская дота дело такое. Так, ну здесь действительно Виру подловили. Как-то он, видимо, не понял, что здесь пауза и заходит, и прям-таки все совсем плохо. В итоге все равно попался. Далее мы Найтмер закрыли в когах. Бэтрия Солтом его Клокерк добил. 2-3 становится счет. Достаточно активная ранняя игра. Казалось бы, 5 минут уже, но 5 киллов на карте имеем. У Леона уже доделан ботинок. Вот они стоят на меде, ждут. Хотят попробовать убить алхимика. 2,5 секунды хекс. Это может позволить подвести кентавра. Ману отпивает на Test of Fate. Второй Test of Fate есть. У алхимика совсем нет вижен, но стоит он очень аккуратно. Крипы не заходят на хаграунд. Алхимик ничего не видит. Бежал ли он, пытался дотянуться. Алхимик запаниковал, занервничал. Наконец-то он увидел все это хозяйство. И алхимик все-таки избегает смерти. Успевает отойти. Бежит, пьет бутылку. В итоге остается с носом, потому что там Леон убивает. Невидимость. Приходится забирать курьера. Курьер несет варды, несет телепорты. В итоге сейчас придется бутылку обратно носить. Ну, вард себе забрал алхимика, забрал оба обсервера. Надеюсь, действительно, Леон с Ченом, раз у них там не получилось, приходит сразу же на ботлейн. Пора прогонять Клокерка, пора прогонять Бэйна. И активно этим занимается. Бэйн, правда, довольно быстро он с ботинком своим. Не догонит он даже не как Леон со своим транквилбутом. Похоже, это никто не ожидал, и Бэйн просто ушел. Здесь на помощь прилетел алхимик, но понял, что его помощь уже вовсе даже не требуется. И аккуратно все продолжают лейнить. Здесь подбираются уже кышки. Вот даже Титан переместился на ботлейн одновременно с алхимиком, но тоже он это сделал достаточно зря. Потому что сейчас от Таур нужно забирать скрипов кому-то. Элдер Титан здесь подходит как нельзя лучше. Возможно, Вивер сейчас переместят в тот район. Хоть и не самый лучший вариант. Нет, прилетает ли он? Напугал от Олдиору, но это все-таки одинокий Леон, никого здесь рядом пока нет. Так, пришел Клокерк. И как видно, у него хукшот есть, он уже подловил здесь Разор и Ямта погибает. Тифай. Пора сденаить вышку. Всех прогнали, и вышку спокойно Титан сденали. Стрела никуда.
Такая более-менее спокойная теперь становится игра. То есть 2-4 счет, на этом решили остановиться и аккуратно продолжают свое перемещение. С пушем не получилось, команда НЕ расходится, нужно продолжать фармить. О, химик пока только ботинок. Здесь не сильно лучше, только пауэртрейд себе доделал от Олдивар. Видно, в середине списка он. А Бэйна оставили пока соло на лейне. Он получил уже свой финсгрип, кстати. И Клокерк возвращается обратно. У Клокерка уже есть хукшот. То есть можно попробовать опять убить Вивера на самом деле. Либо кто здесь крутится, Элдер Титан. Вивер уже на топе. Два раза погибал Вивер. Нужно ему как-то реабилитироваться, иначе в этом матче он рискует быть прям-таки совсем нон-фактором. Леон пока четвертого. Игра в Дес не будет еще некоторое время. Но, тем не менее, смог приносить себе чен. Сейчас они, возможно, куда-то отправятся. Хотел чем посмотреть, забрать тролли, но... Похоже, времени ему не дают. Нет, все-таки начинает фармить. Вдвоем с Леоном они джанглят постепенно. Получают хоть какой-то опыт. Ну и как-то они таким образом... Титан в итоге оказывается зажаты по карте. Как-то они вот так вот у них пространство. Здесь, скорее всего, будут скоро убивать Ахая. Здесь бегает Мирана, бегает Бэйн, Ахай прекрасно понимает. И держится очень осторожно, очень аккуратно. Ну и теперь все дело за Клокерком. Куда он будет летать? Клокерк есть мог, вот он бегал, искал жертву как-то по разным точкам на карте. Но здесь все по кустам, что с одной стороны, что с другой. Здесь даже Титан уже убежал, он уже на миде. Нажали, наконец-то смог они. И пора кого-то находить. Большой вопрос, кто первым кого найдет, потому что Титан сами свой смог прожали и пошли искать от Олдивара. Которого действительно пора убивать. У него 1000 золота в кармане. Нужно это золото из него попробовать выбить. Ну и сейчас, похоже, будет какое-то массивное столкновение, потому что здесь смог заканчивается, и выходит и смог, и стоит тролль. За вышку давить никто не хочет. Вот выходит Бэйн, видит Леона. На Леона сразу Найтмар не получается влететь. Клокерк. Свой ультимейт тратит никуда, но тем не менее Леон все-таки живет, убегает он с Клок очень быстро разбили, должен отметить. Ну и здесь уже пошли убийства, первым убивает сразу же Клокерка, приходит алхимик, зарядил стан. Ну и здесь пошло уничтожение, убили Чена, убили Разора. Алхимик пытается ковырять Ахая, Ахая понимает, что действительно пора бежать. Вир пытается царапать алхимика, пытается царапать от Девауэра. Ахая все еще живет, отпивается Салюй, Мирана дает невидимость. Кругами бегает Ахай, все еще прохиливается. Сарю очень долго действовал. Пришел Леон, немного сблокировал, но не беда. Вивер тем временем действительно добил от Олдивару. Стан в Шеке. У Шеки закончился ультимейт, но Вивер слишком мало он урон наносит. У него один ботинок и помимо этого разве что в рейсбенд. Сейчас становится 5-6, как-то они кругами друг вокруг друга побегали. Но начало было слишком разрушительно для команды Титан, что они там поймали все на свете. Хоть Леон и не погиб, но там стрелу кто-то поймал. Влетел стан алхимика, и сразу же и Чен, и Разор сложились просто. Если бы Ямтах не погиб сразу в этой драке, он бы огромное количество урона там нанес. То есть там можно со стати клинком бы дамажить ого-го. Ну чем понимаешь, что зря они так пятым уровнем пошли на другую половину карты, как-то у них... Не пошло в этом плане, нужно скорее получать шестое. Нужно получать Hand of God, которого так не хватало. Нужно скорее фармить меку. Иначе все станет совсем печально. На меку тем временем скоро появится Ушики. Ушики 5 сотен в кармане. Остальные компоненты уже есть, то есть остался только рецепт. И рецепт будет буквально минут через 2, как я ожидаю. У Клокерка откосился уже ультимейт. Очередной смог, то есть теперь пора просто по каждому кулдауну ультимейта можно кого-то отыскивать и пытаться воевать. Клокерк вполне может это делать вдвоем с Бэйном. Можно даже Мирану позвать, но Мирана пока бежит на базу. Она немного пофармила, доделала себе фейсбут. Ир тоже только-только покупает себе ботинок, переносит Power Trades. Ахая собирает барабан. Здесь... Мека совсем не наряд... Ну, хотя, в принципе, 2000 у Чена. Чен даже ботинок не покупает. Он, похоже, планирует свою меку, но пока с этим не так все здорово.
собирается Титан на миде. Finger of Death есть у Нета. Получил он шестой. И сразу же тащит к себе смог. Нужно кого-то находить, кого-то пытаться убивать. Титан знает, что контр-инициация будет очень жестко. То есть влетит Клокерк сразу же поставить свои коги, когда будет какой-то ганг. Поэтому нужно каждому гангу готовиться очень основательно. То есть там и Чену нужно с его прохилом глобальным. Желательно бы еще и Меку. Но всего не предусмотришь. Похоже, по барабану решили сделать Ахая вместе с Яматахом. С разором. Ну, я понимаю, что ждать им особо нечего. Стояли они на меде, смотрели на противника. Понимаешь, что пора приступать к активным действиям. Поэтому нажали смок, обошли через реку и заходят в тыл. Заходят в тыл, а здесь уже все ушли. Вот так вот. Все просто перетягиваются на топ со стороны команды Титан. Поэтому они смело показывают себя и начинают намекать, что они готовы разменять топ на мид. Бивает роллеруну. Алхимик уже летит на топ. Три телепорта сразу же. Клокерк. Посмотрим, будет ли он смело так влетать. Находит Клокерка. Есть информация. В принципе, так было видно здесь катапульты. Миран наедине есть. Оставили с вышкой. Мирана пострелят, если что. Ну, ману у нее нет. Ультимейт она даже не даст. Полететь она тоже не сможет. Поэтому Разор убивает вышку. Как-то за деф не получилось. Три телепорта потратили в итоге. Сами потеряли просто время. Еще и мид сейчас за дефит, похоже, Титан. Прогоняет Мираны. Лип есть. Если что, отпрыгнет. И вышка донается. То есть Титан в итоге остались в выигрыше. Хоть, казалось бы, НЕ могут себя вести сейчас агрессивнее. У них там и ультимейты все на свете. И дизейблов огромное количество. Но этого они не делают. Просто не могли найти оппонента сначала, а потом уже их надурили. А, продолжает фармить здесь, засидим. Три раза он погибал, но наконец-то получил доступ к крипам. Более-менее спокойно здесь пофармить может. Поэтому сюда сразу же выдвигается Леон. Летит поддержка, понимает он ей, что у них стоит здесь, подставляется. Прям чуть ли не специально от Волдивару. Сейчас что-то будет здесь. 5 на 5, похоже, намечается какая-то драка. Давайте посмотрим мы до драки, какие здесь у нас графики. 1000 есть у команды НЕ по золоту и 500. У них же по опыту, то есть у них небольшое преимущество. У них же есть мек, у них же есть... В общем-то, все тимфайт спылы, это и Сайнт Эклипс, хоть и первого уровня. Это Миран с своим четвертым Старштормом. Драться они готовы. А, Чен уже тоже с мекой. Так, ну что, включили Moonlight Shadows. Приходит, расставляет варды, поставили в центре. Здесь стоит Вир, очень удачно он здесь стоит. Должен отметить. Так, Плазмофилд по всем. Разор. Всех увидел, но что делать дальше, пока не совсем понятно. Своих инициаторов особо нет. Разве что их истомп удачно будет. Так, стрела. Просто в лицо Яматаху. Кукшот, ему уже в лицо, в общем-то, все съел Ямтах и моментально погибает. Пошел сразу же костом, все друг за другом кнопки нажимают. Чен не успел с прохилом. Пытался, видимо, выхилить с разором. А здесь Бэйн попался в сетку, сразу же Finger of Death в него зарядили. Размен не самый лучший. Защищает крипов Чен, и Титан просто отступает. Идет спам спиритами. Варит стан, алхимик. Сейчас он бросит свою гранату, граната влетает в Ахая. Есть очередные коги. Сетка. Вир в погоне, но Вир понимает, что он бежит самым первым. Это, возможно, не лучшая идея. Еще одна стрела, в этот раз в Леона. Тоже очень долго стрела, то есть можно нападать на Вир. Тем не менее, все концентрируются. Не так много он урона получает. Нет, буквально один удар на эту остался. Пошел плазмофит, возвращается Ямтах и сразу всех разгоняет. Добить бы Клокерка. Там присосались к алхимику, решают, что лучше его добить. Клокерк здесь его сейвили, но все-таки вываливается и тоже погибает. Ямтах в итоге получает финсгрип, но Чен нажимает меку. Ямтах, тем не менее, все равно погиб, но... И все уже разбегается. По речке гонится там Вир за Атолдиваром. Здесь погоня за Бэйном, но... Пора эту погоню прекращать. Атолдивар в итоге улетает через Форстав. Форстав тэп-аут. Еще становится 8-8. Немного сумбурные драки, то есть... Они видят, что здесь пятеро с одной стороны смотрят, пятеро с другой. И аккуратно очень... Как-то перемещаются, друг на друга смотрят, друг на друга спылы используют.
Он прям такие с разгону, сломя голову, как мы видели в квалифайерах. Здесь никто не набегает. Более аккуратно играет уже команда. Но, тем не менее, потери с одной и с другой стороны. Досталось Разору. Досталось Виеру. Ну, не уверен, кстати, проверю. Виеру вроде бы жил. В общем-то, смотрим графики. После драки здесь совершенно ничего не поменялось. Практически. То есть, 1000 по золоту так остается команда. Есть буквально пару сотен у них по опыту. Титан как-то закрепить свой успех не мог. Так, теряет Разора. Вылетал кушатом Клокер. И можно, в принципе, попробовать сломать даже сейчас тауэр на ботлейне без Леона, без основного дизейблера. Было бы здорово как-то продавить, попытаться. Но здесь всего лишь двое. Вышку защищает Элдер Титан, которую пушить не так легко. Каждый раз будет забирать скрипов своими спиритами. Приходит к алхимику Мирана. Рядом еще и Бэйн. Есть какой-то план у них, судя по всему, по убийству людей, которые находятся в лесах. Посмотрим, будут ли нажимательным Moonlight Shadow. Пока что просто стрела. Ну, Вир, на самом же куче, понятное дело, отбегает. Но НЕ таким образом получает много пространства, хоть и вышку они здесь не доломали сейчас. Спокойно ходит по вражескому лесу. Титан в целом как-то зажат уже по карте. Аккуратно фармят, ходит парочками. Парочка здесь, парочка на топе. Приглядывают, кстати, за Атолдивару, можно Finger of Death его. Сейчас прострелить. Хекс дают, среагировать он просто не успевает. И моментально схлопывается. Пыталась Мирану помочь невидимости, но это не помогает. Был там даст. И пора забирать ботлейн, раз видели людей на топе, сразу же. Клатушка здесь, Клокерк. Боттауэр. Прострелит. Приходит Виер. Виер можно попробовать убить, он пока что один. Остальные люди пока не прилетают. НЕ дают понять, что Виер они совершенно не боятся. На топе виден Разор. Полетели. Полетели все сразу. Видишь, что есть нападение на Виру. Виру уже успели потерять. Разор приходит. Потянулся за кем-то там здесь. Сетку дали. Сетку дали Бэйн. Бэйн, похоже, действительно потеряет сейчас НЕ. А Клокрик, скорее всего, успеет уйти. Хотя есть Хекс. Дотянулся все-таки Леон. Здесь уже Клокрик никуда не уйдет. Коги он, конечно, поставил. Затолкал там Леона. Чуть ли не на речку, но... В итоге погибает. Ям так даблкил, теперь появляется у него Гурклап. Нужно скорее доделать ему блокинг-бар, и тогда в драках он будет себя в разы увереннее чувствовать. То есть у него пока неприятности каждый раз в драках были. То стрелы ловит, то просто каким-то странами его хватает. Четыре раза он уже погибнуть успел. Так, приходит Мирана, как-то он вышел прям-таки. Сразу прицепляется к ней Ям так. Мирана лип, между прочим, в кулдауне был, то есть можно было попробовать ее как-то ловить. Так, теперь уже алхимик какой-то. Как-то у них по очереди такие выходы под вышку. Значит, пора расходиться. Так, его эксвей. Стоял, получилось там, получил стрелу и просто погибает. Клокрик сразу же летает на Ахая. Ахая. Пытается жмет кнопки, но там блейдмейл, и Ахая очень болен. Ахая просто рассыпается от этого блейдмейла. Еще становится 11-12, и постепенно НЕ берут игру под свой контроль. Тем временем у Леона появляется блинкдаггер. Какой-то неожиданный поворот. Ходил, копил он золото, он купил себе зеленый ботинок, и помимо этого, разве что смог, даст, по мелочи закупал. Разор в очередной раз выходит, получает стан, стрелу. Не получилось стрелу поставить, но Финн с гриппом держит его Бэйн, пошел туда Клокер. Включает Блейдмейл, зажал он все-таки Яматех и пытается убить. Приходит чем, прохилит, довольно долго же Разор, все-таки погибает. Клокрик бегает теперь, нужно как-то выжить. Пытается выжить, дают ему невидимость. Просветили, и Алекса все-таки убивают. Остальная команда в рассыпную здесь. Мирана совсем без хп была. Урну она получает, и пора драться. Пока это происходит, это Алдивар, про который все совсем забыли, приближается к Тирлотауру и уже его почти практически доламывает. Есть ультимейторп, рано или поздно появится Хекс, и тогда уже Санти Эклипс будет накрывать в тимфайте очень серьезно. В
Далее здесь кастом. Вышку можно денайсить, в принципе, ни к чему за нее драться, продолжать. Но, похоже, НЕ выгодно, что на вышку каждый раз пытается кто-то набежать, и можно попробовать как-то это все обыграть. Титан таких идей нет, поэтому они просто свой тауэр денают, тебя да. Так, видно Вира. Там алхимик. Не стал нападать, не стал набегать. Постоянный спам спиритом идет от Ахая. Держит он уже очень аккуратно, он понимает, что крипов уводить это, конечно, замечательно, но сам, если подставить, его сразу же подловит. Бегает рядом Вивер, кукшот, он пытался попасть на Клокрок, но из-за задержки. Как раз тот самый лаг между регионами у них. Каждый раз влияет, но Нет наступает просто на стрелу. И Нета. И сразу же убили. Вышку наконец-то доламывают. Очень долго они работали над этой вышкой. Команда НЕ. Так, здесь находит Алекса. На Алекса наступает кентавр. Блейдмен все включил, ну а там нажали барабаны, и все просто бежают. Стан. Кейвакс сбивает телепорт. Стрелу дали. Дали финсгрип. Добили зарядов на урне. 4 штуки. Пора прогонять сюда разоры, и можно дальше ломать уже тир 2 на самом деле. Сантиклипс пока не нажимал на Талдивар. То есть, в принципе, если сейчас завершится драка, они готовы ее принять. Ну что, НЕ, наконец-то берут игру под свой контроль. Здесь, как видно, за 5000 по одному графику. За 3000 по другому. Счет 12-15, разница пока не такая, все ходит довольно аккуратно. Каждый раз телепортируются, дефают вышки и так далее. Очень агрессивный вард. Здесь луна обозначает, что скоро будет набег. Так ли он? С блинка влетает, здесь моментально зачищаются все эти варды. Не позволяют. Не позволяют титан так вот заходить и варды устанавливать. Но между тем стоит еще Рошан, дожидает своей участи. Рошана вполне сейчас могут забрать НЕ, могут навязать драку, попробовать эту драку выиграть. А пока просто стоят, охраняют они от Алдивар, ждут, когда он доделает себе сайт Вайс. Ждут, пока придет алхимик. Алхимик как раз покупает себе блокимбар. Ну и, в общем, все готово для драки. Клокерк пошел за поинт-бустером. Можно подкладывать желбочка, минус-армор давать, и Рошан пойдет очень быстро. Дали стрелу, пошел спам аркейн-арбов. Наконец-то появляется блокинбар у Ямтых, но 5 раз он погибал, как-то у него совсем... Дебют немного, получается, немного неудачный. Ну, давайте посмотрим здесь по табличке, да, действительно... Наравне с Вивером они, в общем-то, две первых позиции больше всех погибали. Фокусируют их. Отлично, НЕ. Убивает НЕ Рошан, забирает Аегис от Владивар. Ну, можно ловить Вивера, Вивер сразу же улетает. Поэтому можно здесь разворот, кого ловит Миран, далее Finger of Death, упрыгивает, все-таки живет. Последний дар, стик, живет все еще Миран, убегает там, прохиливается как может. Алекс тем временем здесь влетел во всех подряд. Пошла драка, здесь застряли в узком проходе. И у алхимика неприятности, алхимик блокинбар так и не успел все нажать. Мегу себе дает прохиливаться, в итоге все равно гибнет. Здесь стоит спитнет Мирана, пытается бегать. Ловит от Алдивара, убивает из него Эгис. Очень неудачный сейчас был момент для команды НЕ. Убить они смогли только Чену, но потеряли Эгис, потеряли от Алдивар, потеряли алхимик, в общем, всех подряд растеряли. Вот так погнались за Виром. Притом, забегали здесь массивно в пятером, в общем, все было здорово, но... Дали слабину, и сразу же Титаны это прочувствовали. Драка здесь была очень неудобная здесь. Коги поставили, протиснуться никто не может, с этой стороны гоняется за Сол Миран, которая просто бежала, а с другой стороны все застряли. В общем, было неудачно с всех сторон. Кого видите? Видит Мирану, сразу же влетает Нет. Миране здесь не жить уже. Очень долгий хекс. Мирана разбирает. Вот сейчас от Леона будет очень много зависеть. Если Титан будет грамотно утилизировать своего Леона, они могут вполне эту игру захватить себе обратно. Поинт-бустер? Да, действительно, поинт-бустер покупает Леона. Это Леон с Аганимом. И все серьезно. На блокинбар копит Ахая. На блокинбар же копит и КВХ. И Виру действительно нужно как-то уплотниться и
В целом, нужно как-то жить. Давайте посмотрим, как здесь это выглядит на графике. Как видно, отбили чуть-чуть больше 4000 осталось преимущество команды НЕ. Ну, а по опыту здесь все еще нагляднее. То есть, игра до сих пор достаточно равная. С уверенностью нельзя сказать, что будет происходить дальше. Но одно можно знать наверняка. Как только появится Блэк Кимбара на всех ключевых героях команды Титан, они себя будут чувствовать в драке очень уверенно. НЕ нужно будет очень аккуратно использовать свой Атол Девауэр, который сейчас основная ударная мощь этой команды. Ну, помимо Клокерка Инициатора, помимо всех дизейблов. Как только прожимает все кнопки, остается разве что Атол Девауэр, ну, разве что Алхимик, который с Блэк Кимбаром уже достаточно больно дерется. Под минус армором тем более. Так, прожали смог, сходили, посмотрели. Есть еще невидимость разора, он приходит, здесь ходит Мирана, влетает сразу нет, Миран застрял в кустах, этого никто не видит. Миран спускает стрелу, наконец-то видит Мирану с спиритом. Нет, влетает на него Клокерк, и нет, сразу же погибает. Отправляет, успевает Чен его спасти, сейвит, отправляет его на базу, приходит сразу же, засиди. Да, и сайт-вайс почему-то крипу Чена. В общем, заварушка, все мечи топчутся, но так толком ничего не сделали. Ракетами постреляли, спиритами походили, на этом все закончилось. Отличный сейв был от Чена, он среагировал очень быстро. А Вир уже вернулся и рецепцию уже практически дофармил. Рыбачит постоянно стрелом Мирана. Чен чуть было не попался, в последний момент отступил. Но я, похоже, готов драться, готов наседать. Откатился сайт Вайс. Клокерка 9 секунд до ультимейта и можно будет продолжать. А Эгиса у них нет, но они понимают, что если игру они будут затягивать, все будет совсем плохо. Что появится Блэк Кимбара, не будет никто бояться от Одивару. Ну и рано или поздно какие-то дополнительные слоты будут. Будь то Аганиму, Разора, который, к слову, уже наклевывается. Будь то Вира, какой-то слот, будь то Дизолятор, будь то что-то еще. Нужно навязывать драки сейчас НЕ. Что они, собственно, и пытаются делать. Приходят на ботлейн. Рыбачи стрелами, летят ракеты. Так, бежит Виир. В центре вард есть, разве что у Бэйна. Гем пока что нет, так Виир показывает, как бы здесь сайт Вайс он не получил. Усыпляет Мирану, Миране сразу дает форстав. Миран спасает, можно было под вышкой попробовать затолкать, но... Не в ту сторону, а смотрела. Стрела? Нет. Господи. Он просто отбежал от стрелы, и стрела в воздухе просто испаряется. Чуть ли не перед его носом. Здесь пока вышку просто крипы сломали. То есть все топчутся, смотрят, там крипы пушат лейны все. Ну, здесь все не так и плохо. Конец, сгруппировались НЕ. Вроде бы вышли Титан, но каждый раз просвечит их Клокерк и приходится бояться. Мирана. Лип стрела. Яма так. Просто магнит стрелял он какой-то. Ну и сразу же на базу отправили от греха подальше. Клокерк даже хукшот не стал тратить. Лучше было забыть, наверное, на Клокерка, а потом уже отправлять его обратно. Не хотели рисковать. И вот так вот из-за того, что так аккуратно отыгрывают, драки так и не произошло, поэтому все просто в освоясь расходятся. Так ничего толком и не получилось. Ходили... Друг вокруг друга смотрели, примерились. Никто ошибок особых не совершал. А кто совершил, того отправили на базу. Так, ну здесь находится сразу. Находит Клокерк. Клокерк влетал, похоже, что на нета. Не уверен, влетал ли вообще. Похоже, здесь просто обнаружили блинка. Ну и надо его добить, но просветки нет. Наконец-то добивает. Добивает разор. Мира на стрелу. Здесь сразу блинк. Продолжает нет свою погоню. Был у нее только стан, но там он уже не дотянулся. Похоже, Клокерк просто сюда фармить пришел, и Леон с блинка быстренько ему объяснил, что не стоит так делать. Гемолдер Титана, собственно, поэтому получилось убить эту самую Клокерка. Ну, Леон, можно сказать, основное орудие сейчас. Кого он подцепит, это такой инструмент инициации. Вместо Клокерка. Он и есть Клокерк, который каждый раз летает, либо стрелы. А здесь просто Леон запрыгивает и дает хекс на 3,5 уже секунды. Скоро будет уже на 4 секунды. И с этим будет работать совсем сложно.
С этой стороны фармятся стаки, закупают себе, приносит уже форстлав Бейн. Будут пытаться они сейвить человека, который получил хекс. Ну и 2900 уже имеет от Алдивар. Посмотрим, будет ли он покупать Блэкинбар, либо что-то еще придумает. В общем-то, все продолжают постепенно фарм. Блэкинбар, да, делает и Ахая. Большой вопрос, когда настанет та самая критическая масса, когда НЕ поймут, что драться нужно прямо сейчас. Скорее всего, на следующем Рошане, вот как раз буквально пару минут осталось. Ямтах приносит себе гоним тем временем. В общем, у Титан все готово. Могут драться, могут пятером нападать, набегать. Разве что Леон огоним не додел, но да, это уже совсем долго. Пока что просто ходит с фиолетовым шариком. Сказали нам, когда будет Рошан, это 50 секунд. Ну и как раз на Рошане, как я понимаю, сейчас все встретятся. То есть пока что все ходят. Временное перемирие, каждый на своей стороне карты. Аккуратно фармят. Отпушивают лейны и так далее. И пока посмотрим графики здесь. 2500 до сих пор у команды НЕ. И по опыту в районе 1000. Такое вот хрупкое равновесие. У НЕ как было начальное преимущество, так оно до сих пор и есть. Но учитывая агрессивность команды, это преимущество должно быть в разы больше. Особенно учитывая то, как они здорово начинали. Убивали несколько раз подряд Виера. А потом постепенно они там теряли от Алдивара и так далее. Алхимик доделают уже Кирасу. В принципе, есть уже Кирасу, можно приносить. Это будет огромным подспорьем в следующем тимфайте. Здесь уже 3800. Хватает на Блэкинбар. Целиком покупает и отправляет себе. Ну все, теперь уже он есть, все готово. То есть пора драться. Леон. Приходит невидим Леон. На Мирану успевает дать и хекс. Надо стан зарядить. Мирану все-таки форстафом спасает Бейн. Стрела с разворота. Ну, здесь угадывать не надо, кто на нее попадется. Можно просто на него как-то, на стрелу. Как-то бейсить. Но пока так не делают, Титан. Смог есть у Чена, ждут, когда пропадет ракета. Сразу же там летит еще одна, но здесь уже все разбегаются, Титан. Расходится. Нужно отпушить ботлейн. Рошан стоит уже, но обе команды пока ходят кругами вокруг него. Друг на друга примериваются. И так, глядишь, Атол Дивар сейчас умудрится нафармить на байбек. Это может быть при драке на Рошане большой помощи. Рошан поставили, мистер-армор положили. Рошан убит очень быстро. Теперь уже навряд ли успеет Титан что-то сделать. Они стоят здесь в смоке, но Вира рядом с ними нет совсем. Очень быстро Рошан погибает, там и минус... Отлично, эхо стомп. Будет ли ультимейт? Пошел Эрсплиттер, приходит туда Яма, так приходит НП. Но, тем не менее, Аэгис все-таки достается от Алдивару. От Алдивара сразу же это Аэгис трасит. Бейн держит Ахая. Сразу же получает здесь от Разора довольно больно. У меня аж подлагивает дота от такого количества иллюминаций. Разор там действительно убивает. Убивает Бейна. Здесь продолжается драка. Добили Клокерка. Бежать уже. Нужно бежать команде НЕ. Убегает от Алдивару. Заканчивается постепенно ультимейт у НВП. Но прицепился он все-таки от Алдивару. И можно попробовать добить. Стан. Стан в Разора. Попался с КВ-эксвой. КВ-эксвой до последнего здесь воюет. Наконец-то станет Эклипс, но Разор много урона не получит. Как-то дропает фреймы просто у сервера дота. Погоню Мирана за Разором. Бегает Виер, бегает Ахая, бегает Разор. Ну как-то они по одному сейчас, похоже, так все и погибнут. Там вываливается гем. От Алдивара все еще живет. Последний удар. Отличный сейв. Сам себя, в общем-то, за сейв спрятался. Выживает. Ну и спокойно уходит здесь. Теперь приключение маленького Вивера, как он пытается выбраться. Оказался в тылу врага. И для Титана драка в итоге не такая уж и удачная получилась. То есть они довольно много народу убили, но в конечном итоге... Счет так и остается 19-19. То есть размены равны, если не считать потери Аегиса. Команда НЕ Рошана не успели убить, то есть в принципе они готовы на это. Такой размен будет пойти. Здесь ультимейтор МКВ-эксвая.
Похоже, эта игра будет достаточно долго продолжаться. То есть здесь как-то они друг друга пока не переборят. НЕ, как мы видим, преимущество по опыту, по деньгам они получают за счет... В общем-то, и... Не уверен, кстати, насчет стриков. По 300 золота они снимали от Владивара. Селдер Титан 300 золота снял. 300 золота отдал Кокер. К сожалению, нельзя проматывать. Но, тем не менее, это Рошан. Золото с Рошана и золото с убийств. И опыт. Показал разор себя. Пришел он со своим блокинбаром. 9 секунд это были блокинбары. И со своим аганимом натворил дел. И, похоже, собирает рефрешер. Раз такое дело, двойной ультимейт будет. И от него нужно будет просто бежать. Бен здесь уже пробовал, пытался убегать с него, но... успехом это не закончилось. Разор. Персонаж очень быстрый. Висит курьер со смоком. 2900 опять же от Олдивару. Так он и не погиб, там он спасал сам себя от жучка Вивера. От последнего автоатаки. Много золота в итоге за тимфайт этот накопил. Ну и скоро уже у Клокерка появится Ганим, скоро у Алхимика появится следующий слот. То есть, в принципе, он Е. План Б тоже есть. На случай, если игра затягивается. То есть, не одним от Олдиваром живы, скоро уже и у Мирана появятся дополнительные слоты. Блокинбар у ней уже есть, 10-секундный. То есть, кэрри потенциал будет, в любом случае. И Сивир пока просто линкин доделывает. А Химик, вот он действительно покупает башер. То есть будет делать Abyssal Blade. У них есть Бейн, теперь будет еще и Abyssal Blade, будет баш. Товарищам с блокинбаром будет очень неприятно. Таких бонусов в команде Титан пока что нет. То есть блокинбар для них огромная проблема. Фармит от Олдивар, четверо смотрит сзади. Нажимает Moonlight Shadows. Думает нападать, либо отходить. Смог себе нажали на всякий случай, если здесь есть варды. А с этой стороны Титан просто принимается все бежать. Как-то не странно, надо было как-то спрятаться все-таки от Олдивару, чтобы не просто так это инвиз нажимали. То есть либо смог, либо инвиз, что-то одно надо нажимать, иначе напугали они народ весь. Так никого не нашли, кроме Криповщена здесь. Ну, это тир 2, похоже. Титан по-хитрому заходит с другой стороны. Как бы для них это не стало ошибкой. Как бы не поймали здесь их. С этой стороны только Ахая, только Вир. Вир, в принципе, очень быстро выбежит, если что. Там вроде бы есть гем. Вир приходит просто блокинбар. И здесь как раз летает нет. Сразу же они моментально убивают от Олдивару. Еще двое ультимейтов, двое в астрал. Сразу же убивает еще и Бейна, но Леон уже потеряли. Улетает Шики. Бежит Миран, ее никак не догнать. Я искал, где последний участник, вот он. Убегает там спокойно Клокер. Никто за ним не гонится, а вот за Мираны погоня. Откатывается Лип, просто прыгает еще раз. Отлично задефали. Вир просто внимание ни на что не обращает. В толпу прям-таки в пятерых вбегает. Блокинбар нажал и там же или он помогает, и все остальные прибежали. Проблем особых не было. Ну, кроме потери Леона, который... отчаянно пытаюсь накопить себе на Аганим, но пока этого ему сделать просто не дают. Приносит себе наконец Линкин Вир. Стрела. Ну, ям-то рядом нет. Поэтому дело обошлось, однако Эксо все-таки попался. Возвращается из когов. Стан уходит в Линкин, не зря он его приносил. Окей, Эксо просто отходит. Забирает дабл дэмидж по пути. Очередная стрела, но в этот раз уже грех не наступить. Прохиливает его мекой. Рядом Чен блокирует всех, останавливает и так далее. Можно теперь попробовать поймать Мирану. Она трассила лип, насколько я помню. Поймали в первую очередь Бейна, нажали каждый по блокинбару. Там финсгрип вроде бы есть. Ну, не видно у Бейна, как-то я на жучка кликнул. Действительно есть финсгрип, но здесь сперва нужно побить Клокерка. Стрела в этот раз Чену. Ну, видно, что на большом пинге со стрелами очень сложно. НЕ этим активно пользуется. Просто по кулдауну запускает эти стрелы. Как-то мне похоже. Ультимейт Разора.
FPS дропает достаточно серьезно при стриме. Когда играешь, такого нет, а вот когда стримишь, похоже, не выдерживает. Ну и расходится каждый на свою половину до третьего Рошана, как минимум минута, как максимум 4 минуты. То есть есть время доделать еще какие-то слоты. Посмотрим, что появится дальше. Здесь нарисовывается уже Abyssal Blade. Буквально 1000 осталось, ну, чуть больше. С этой стороны еще один Mystic Staff. Похоже, скоро будет Шива. Нашего уже хватает. То есть уже можно нести. А тут летит рефрешер. Рефрешер для Разора. Будет обновлять себя Eye of the Storm. Ну, допусти только такого Разора на хайграунд, там сразу же все упадет. То есть здесь все эти строения рассыпятся просто. Ну и в тимфайте люди будут делать то же самое. Верс Иллюзин, а здесь НЕ просто охраняет регион вокруг Рошана, ходит кругами, показывает себя, не стесняется. Ходит группами патруля. Варды устанавливает. А здесь Титана, не знаю, что кто-то, скорее всего, пойдет сейчас сплитпушить. Частенько этим занимался вот этот вот товарищ. Товарищ здесь сиди. Можно будет его сейчас поймать, но уже выходит. Показывает скрипам, намекает, что либо вы Рошан забираете, либо мы забираем. У вас тир 2. Рошан только-только появляется, то есть можно было попробовать обменяться, но НЕ готовы принимать драку. Разору дали Линкин. Исчезают все. Младшие это спражали. Влетает, влетает опять на Разору, успевает умножать Блэкимбар и сразу включается ультимейт, обновляет даже ультимейт, но получает баш. Стрелу обогнал, но там все равно Блэкимбар был, но все-таки его добивают. Разор, одна сплошная неприятность. Здесь просто расплющили саппортов и Ахая тоже добили. КВАЭК свой последний живой, возвращается обратно таймлапсом, оказывается в когах, получает Линкин стан. В общем-то пытается хоть как-то найти, хоть как-то убить, прячет его в астрал. 3 секунды до когов. Есть снайпер, но все-таки рампейдж получает. Здесь иди. Отлично отыграли, лучше быть не могло. То есть вбегает Разор, пытается что-то делать. Блэкимбар он успел нажать, но это ему не помогло абсолютно. Там получил баш неприятный. В итоге его просто зафокусировали, просто его слили. А дальше уже дело техники. Своей большой кнопкой, своим эклипсом саппортов просто расплющил там. От Лодивауру. Вера им тоже получилось догнать. 5-0. Ну и поэтому приходит, убивает тир 2. Ну и можно продолжать, я не думаю, что Титан смогут от такого оправиться. А Толдивар покажет, не зря он фармил всю эту игру. Не зря он. В общем-то. Ходил каждый раз в одиночку. Получал опыт, получал золото. Ломаются бараки. Здесь оживают постепенно люди, но Титан понимает, что драться они навряд ли уже смогут. Здесь уж больно все плотно, уже и Abyssal Blade есть. Здесь разве что Аганима нету клокерка. Усердствуюсь, не стали, тем не менее. Дождались пока все респаунсы и спокойно идут. Там Рошан живой, можно Рошана сейчас убить. И таким образом определяется у нас фаворит наконец-то. То есть нос к носу буквально шли команды все эти... Сколько? 40 минут, можно сказать. И наконец-то допускает серьезные ошибки Титаны. Здесь просто обвал их акций. Посмотрим, возможно, им на Рошане получится что-то провернуть. Со счетов их, возможно, пока рановато списывать. Ауру Элдер Титана. Эр Сплиттер никто не отменял. То есть, если хорошенько здесь всех поймать. С ультимейтом Разора и со всем таким прочим, будет замечательно. Отлипает уже рефрешер. Пока что не торопится на Рошан и ТНЕ. Пока просто отпушит лейны. Но вроде бы можно заходить. Они на топе видят огромное количество народа. Поэтому сразу же к Рошану забегают. Бейнинга Септер уже. Сейчас будет хватать на Гани Марикса. Не удивлюсь, если себе ее принесет.
не будет он оставлять на байбеке. Третий Рошан, это Эггис, это Сыр. Сыр можно, в принципе, отдать Алхимику. Да, Алхимик очень важный персонаж сейчас. У него и Мека, у него и Абиссал Блейд. Поэтому он даже Эггис берет, а Сыр в итоге остается. От Ладивара. Который, к слову, делает рефрешер, и, в принципе, осталось ему не так и долго. Персеверенс уже летит, то есть рефрешер готов. За два Санти Клипса он убьет вообще всех, если накроет. Мы уже видели, как это на саппортов работает. Так, выдвигается. Сдержался немного, сиди, ждал он свой рефреш, но пока курьер только-только его несет. Обнаружает ям-то гем какой-то. Не нужно никому. Пытается он сплитпушить, но на это внимание просто никто не обращает. Здесь уже настолько отфармлены НЕ, что они готовы заходить и просто всех убивать. Так, Рипучена. Сетки, станы. А химик фиолетовый, он хилится очень быстро, он внимание на это не обращает совсем. Стоит бьет-вышка. Вот так алхимика можно танковать, в принципе, бесконечно. Кулдаун ультимейт у него не такой большой, 45 секунд. Каждый второй крипвейв можно делать фиолетового алхимика, и пусть он ходит там. Саблин вышку колупает. И, похоже, так и будут делать. Как видно, ждут они крипов следующих. Ракетам пытаются Клокерка отпушить обратно. На топе, в принципе, все не так и плохо. Окей, нормально. Вышка здесь все-таки падает. Сыра засунули в Миран, у нее есть маны, какие-то проблемы. Залили ей маны. Все готово. Крипов всех заранее уже продамажили. Ну и надо пускать стрелы. Вот Миран здесь как раз размахивается. Попадает в крипов. Ну а тем временем, есть смоки стоят. Стоит Чен, стоит Леон. Они понимают, что им нужно прятаться весь тимфайт, чтобы их там не накрыло. Стоят очень аккуратно, то есть кэрри сзади. И перед ним таким щитом стоят все остальные. Очень важный персонаж сейчас от Олдивара. Если его теряет, придется просто трубить отступление и всем бежать. Летят стрелы, просто по-стоящему ахая не попадает. Тем временем здесь через мид заходит, сбивает Линкенвиру. Как-то подобраться просто не могут. И внезапно перемещается в сторону топа. Вот так вот. На топе вышку убьют, похоже, еще до того, как туда кто-то перебежит. Влетает сразу же Клокер, влетает на Ямтыха, выжигает ему ману. Клокер просто атакует, отходит, пошел расплиттер, расплиттер в никуда, влетает на это. Да, он там хекс, но похоже, на этом все закончится. У каждого по бэкимбару, ну и пошло-поехало. Первым делом убивает Разору, Разор сразу же выкупается. И здесь от Олдивар только и ждет, чтобы своим ультимейтом кого-то убить. Убивает Эмвира, нажимает рефреш, есть второй ультимейт. И можно его нажимать. Нажимает второй ультимейт, получает ультракил, ну и пора делать рампейджа. Вот он рампейдж. Там кто-то выкупался. Похоже, его уже тоже убили. Ну что ж, good game. Очень долго, очень аккуратная была игра, должен отметить, по сравнению с предыдущими матчами. Очень терпеливо играли команды. Они набрасывали, ждали удачных моментов, но для команды NE это неплохо сработало. Титан, ну, понятно было, что играли они не на домашнем сервере, задержка была огромная, все стрелы они ловили, но... В итоге... Ну, посмотрим. В принципе, во втором матче у них есть все еще шанс. Сейчас пока перерыв, буквально 5-10 минут. Ну и там уже продолжим.